Дочерью будет заниматься моя жена. Какая еще жена? Премьера. Мне своих проблем хватает, у меня мама в беде. Я заплачу. Вы можете поцеловать супругу. Что делать, если брак фиктивный? Приходим на заседание, мне дают опеку, все, все свободны. А чувства настоящие. А ты влюбилась. Найди меня счастье. Домашний главный женский.